Снегиным Лалика Михайловым. Басня «Хочу бодаться». Автор Сергей Михалков. Это был ужасный приставучий козленок с крохотными рожками. Делать ему было нечего, вот он приставал ко всем. «Хочу бодаться, давай бодаться!» «Отстань от меня», — сказал индюк и важно отошел в сторону. «Давай бодаться!» «Отвяжись!» — ответил поросенок и зарылся пятачком в землю. Подбежал козленок к старой овце. «Давай бодаться!» «Отойди от меня!» — попросила овца. «Оставь меня в покое! Не к лицу мне с тобой бодаться!» «А я хочу! Давай бодаться!» Проволчала овца и сама отошла в сторону. Увидел козленок щенка. «А ну! Давай бодаться!» «Давай!» — обрадовался щенок и больно укусил козленка за ногу. «Постой!» — заплакал козленок. «Я хочу бодаться! А ты что делаешь?» «А я хочу кусаться!» — ответил щенок и еще раз укусил козленка. Мораль басни «Хочу бодаться». Если ты хочешь бодаться, то будь готов еще к тому, что кто-то не просто хочет бодаться, но еще и кусаться.